А что если чистый урон? Да, зарублено просто. Опа. Ой-ой-ой. Просто ваншот. Просто ваншот. Эх, сбил, прикинь. Хорошо. Рампашке. Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если чистый урон? Как это будет у нас? Сейчас мы посмотрим. У нас вот такой вот будет пик. Феникс, Сало, Дестер, Ризрак, Омни. Это наш чистый урон. Сегодня катка у нас будет, надеюсь, интересная. Чистый урон, чистый урон. Сначала бан. Хорошо. Сначала бан, потом пикайте. Вот так вот распишем ребятам. Короче, у нас сегодня чистый урон. И эта катка должна быть прям по кайфу. Я сыграю на Ризраке, я Ризрак. Желательно соло. Омника забанили. Ну ладно. Омни бан дали. Омнику дали бан. Ну и ничего, можно Омника заменить на какого-то другого чистого урона. Кто-то... Не. Кто-то с чистым уроном. Пудж может поменять. Можно. Пудж, Бейн, Атропос. Вот так вот можно заменить. Потом, что у нас еще с чистым уроном? Сало, это понятно. А, ла-ла-ла-ла-ла, Тинкер. Тинкер есть. У нас еще Тинкер нам не нужен в этой игре. Инвокер. Инвокер есть. Сесан, Страйку. Пит. Пит процентовка. Магия. Копас, пульты. Чистый. Так что тут можно взять еще Энигма. Третий спелл. Чистый. Ребята все равно что-то выберут. Так, ну погнали, нам нужно брать Ризрака. Ризрака. Ух, там пацаны берут. Жесть. На победу. На победу пацаны берут. Ну так, в принципе, по пику, я думаю, ребята понимают, да? Это суть. В принципе, чистый урон, особо чистого-то и нет уже. Секер. Ульта. Чистый урон. Можете взять. Так что да, и второй спел, и второй спел чистый. Так что берите, если хотите. Как раз там вон Рики. Дайте мне соло топ. Вот Энни Сикер зайдет. Офигенно зайдет Сикер. Сикер сюда хорошо зайдет. Сикер прям хорошо зайдет, ребятки. Так, выгляжу как обычно, как лох на вебке. Хорошо, Сикера взяли. Отлично. Так, ну что, у нас вот по билду примерно вот, вот так вот. По стандартику. Let's go. Еще Хуска туда взяли. У нас чистый урон. У нас чистый урон. Он Хуска взял. Нормально. Нормально. Сало еще, блин. Я не писал разве Сало? Феникс, Сало, Дестер, Ризрак, Омни. Вот у меня забинжено, да? Сало офигенно заходит. Сало с глейвами. Один из самых лучших чистых дэмэджев, я считаю. Потому что прям... И причем это стабильный чистый урон. То есть это 150, 200 и больше. На Дестере нестабильный чистый урон. Ну, посмотрим. Ребятки, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал. Конечно же, поддержать мой ТГ. Также подписаться на ТГ, если вам интересно. Но ничего страшного. Ничего страшного. Спасибо, парни. Всем за поддержку. В общем, каточка у нас на Ризраке, как вы уже поняли, как вы уже вкурили. Первая игра у нас разыгровка. Возможно, две игры будет. Две игры будет. Это бы. Хорошо. Рубчик. Дружочек.
Возможно. Хорошо. Отлично. Ну, найс, все. Идем на топ. Если я буду стоять с спектрой, это будет очень хороший лайн. Я буду, в принципе, full free. Ускорим куру мидеру. Так, ну что, поехали, ребят. Я уже в предвкушении того, какая катка получится. Чистые уроны здесь и сейчас. Прямо на ваших телевизорах, на ваших экранах, телефонов, мониторов. Не знаю, где вы там сейчас смотрите. В машине. Готово. Подрезаем крипев. Хорошо. Немножко можно будет понаглеть. Хорошо. Базар ужок. Так, две хилки полетели уже. Ах ты, Криса. Я тоже такой, Ризрак. Нарезатель. Вопросы. Ты успел, блин. Динайм. Опасно, крипов много. То есть, это же крисиное нападение, прям натуральное. Динает, пацаны. Нормально, армора нету. Но вы держитесь. Мне нужно принести себе кольцо. Эрка и вот эту вещь. Хорошо. О, там Хускар нафидел уже. Так, армор поднять. Хорошо. Вот этим левеле по чуть начнем поддушивать. Хорошо, промах. Ух ты, Монососи. Блин, он с ману, если будет насасывать, это будет очень некомфортно. Так, у меня еще один слот есть, да? Под стик. Стики мне будут... Стики мне будут... помогать тут. Хорошо, под тэшку не уводим. В принципе, фарм есть. Фарм есть. Это хорошо. Наша задача сейчас это хорошенько продинаить, проласхитить. Будет все ровно. Отлично. Пока что все ровненько. Пойдет. Три крипчика забрал, XP очень много. Пацаны теряют. Эх, ману сжет меня. Ну по чё сейчас? Аккуратненько выформим арканку. Наверное, сейчас возьмем базилу. На ранний подфарм плюс загул под товара. У меня, если честно, сегодня особо такового плана игрового нету. Стандартная игра. Стандартно. Все, манреген двоечка есть. Погнали, вырубаем. Базилку. Вырубаем. И погнали колотить дальше. Хорошо, 8 армора, это очень бодренько уже. Это уже очень бодренько. Так, маны нет, но вы держитесь. Кстати, может очень умно сделать, нажать карапас под мой второй. Довольно-таки некомфортно будет. Довольно-таки некомфортно будет. Давайте отойдем чуть-чуть. Подрегенимся. Хорошо. Отлично. Феникс помог, пришел. Сейчас под тэшку пойдем, давайте базилу. Кул. Очень много крипев тут. Сейчас 6-й левел будет. Наруба отзоним. О, вот это я нажиматель. На крипы работают. Хорошо.
Я вообще тупо в тупую понажимал все кнопки и все. Это жестко. Поэтому Базилу под тавером офигенно включил. Сейчас зайдем. Сейчас зайдем. Чистый урон. Но я Т-шку всю втанчил. Всю втанчил. Оп, четенько. Прям четенько попал. Но это аркана. Аркану. Дам. Четенько. Самое главное, это ранний буст поймать. Который я уже поймал. На этом герое. Это вот, вот такие вот игры. Анкарапаст нас мет сейчас и все. Я бы такой на базу сгонял бы. На базу бы сгонять. А я хотел кинуть, он как будто это. Как будто знал, да, что я сейчас буду кидать. И чисто мононоснул. Хитер бобер, а. Хитер бобер. Так, ну пойдет. Что, ребята, лайны выигрывают, да? 6-0 ведем. Ну понятно. Короче, по стандарту. Каточка. Катка по стандарту. Ух, как дамажит, а. Он мне решил показать. Опа, хуски. Оп, замедло. Вот сюда вылетай. Отлично. Пойдет. Все, погнали на базу. Надеюсь, не сгорю. Спектр, какой левел? 4-0-3. Найс. Давайте на ТПшке уйдем. Так, что нам нужно? Стики. Стики до Аполи. Нужно один манго, чтобы, если что, вернуться в строй. Четенько. И погнали. Побежали по-быстренькой. От дерева к дереву. От дерева к дереву. Вот так вот будет правильно сказать. Хорошо. Ща на топе файт затянем какой-нибудь. Оп, найс. Все, я уже на топе. Мононососе, конечно, меня напрягать всю игру будет. Это 100%. Он уже бежит мононососе давать. Хитрый, блин. Вот это еще и хуск. Давайте вот так сделаем. Хорош. Ух ты, Крис, оно не пробьет. У меня первый КД был. Ту-ту-ту-ту, такой звук был. Жесть. Я думал уже все. Но, кстати, Дестер пришел помогать. Он понюхал экспу. Так, ну на Ризраке тут выносим. Это понятно. Это радует. Ух ты, не надо, дядя. Не надо, дядя. Где там? Крипчик поживее есть. То есть... Ой, на характере просто с пацанами. Ой-ой-ой, сикера внизу зажучили. Слушайте, ну пока что чистый урон прям бодренько. Давайте здесь щиток дропнем. Сами на базу. Пойдем на базу опять. Сейчас бы солбустер отколотить уже до конца. Тут вообще на самом деле кнопки для меня есть неприятные. Очень неприятные кнопки. Рикимару туча. Ракета. Очень-очень неприятные кнопки. Будет немного тяжеловато. Но пока нормально все. Кстати, заметили, я сегодня в футболке алхимика. Это значит, что сегодня гоблины. Я играю на гоблине. Так что вот такая многоходовочка. Ух ты, ребята душат. Душат. Ну, 2 ТП возьмем. Блин, топорик вообще не хочется продавать. С топориком ластхитить прям такое удовольствие на Ризраке. Но у меня здесь щиток лежит еще.
Погнали. Все деревья умерли, но сейчас резнутся. 3, 2, 1. Вот так вот, раз. Деревица уже тут. Три, два, один. Хорошо. Как видели, как деревья респаунить надо? В ладоши похлопал, деревья выросли. Круто же. Сейчас бы ни одного крипа не добить. Когда фул кнопки нажал. Это я. Это я, ребята. Так, ну хорошо, это я раскачал. Чистый урон у нас имеется. Главное дерево под первым цеплять. И все будет огонь. А то так не получится ничего. Дерево под ногами цеплять. Так. Гиролет прилетел. Надо валить отсюда. Хорошо. Я уже дома кофе пью. Дома уже кофе пью. Так. Смотрите, мне нужно будет... Блин, это нужно будет так идти. Ракетница. Хорошо. Берем ТП-шку и есть у нас еще вот такая штука. Ух, там по КД наши начали фидить. И спека еще одевается. Ну, старт хороший, но катка, наверное, с камбэком будет. Посмотрим. Давно не было таких каток прям затяжных. Хорошо, погнали пешочком. Все. Так, нам Ризрака сейчас подзадушить. Ля. Трипл киллы делать. Хорош. Дестер. Отлично ломает всех. Чистый урон. Божественный. О, на вставочку делает еще. Вот это я понимаю. Это я понимаю на вставочку. Это я понимаю на вставочку. Сейчас у меня уже Бладстоун будет. Тоже пойдем делать вставочки. Зеленка идет. А? Оп, хорошо. Эх, жалко, на Руба вообще ни разу не попал. Хорошо, успел. Это плохо. Я ухожу. У-у-у, чуть не попался я. Прикинь. Чуть не попался. Ману высосал. У нас же почти есть Бладстоун. Блин, вот крысят, а? Неруба вот эти, на фул ману сжигают. Я мог на развороте убить Неруба, но дальше что делать, я не знаю. Просто дальше в таверну отправляться. Теоретически можно было это сделать, но я хочу без смерти постараться эту игру закончить. Потому что так нужно. Ну, может, хотя бы суицидами, а не сливанием стриков. Погнали на топ. Так что у меня план таков. Коварный, сильный план. Крипсат у меня слабенький, кстати. Хотя фул фри стоял. Армалет. Так-то. Конечно, крипов не добиваю, поэтому крипстат слабый. Тэшку бы добить. Так, базилку тогда включаем, если тэшку собираемся добивать. И погнали по чуть колотить. Оп, найс. Ну, вот тут уже нужно немножко вот так вот грамотно сделать. Все, я готов. Сейчас с ребятами будем драться. 13-я минута Бластон. Ну, 14-я. Стандартный тайминг, 85-й. Иду к ребятам. Можно чуть поработать. Хорошо, тут подфармим чуть еще дополнительно. Флаку бы взять еще. Там магия есть, там магия Нерубы. Да, магию есть. Есть магия такая неприятная, которую нужно кайтить. Прям есть. Почилим, постоим. Чуть почилим. В принципе, уже можно от базилки избавляться по чуть. Брать какую-то клаку. Ух, какой надо магнул, 600. То есть...
Это очень много. Лаку сюда. Даем ТП. А, есть. Стой. Так, один есть. Куск. Ксуск. Этот есть. Подрезали. За нырубом еще погнаться. Я могу! Я могу себе позволить. Я могу себе позволить. Позволить. Ух ты, смотрите. Ты Криса. Криса. Так, отходим. Го, поможем Рошана забрать. Вардец стоит. Пойдем там конем. Так, отходите, чтобы Рошан не клепал. Тыщ. Рошан так и решается тычку мне дать. Армор заряжается, хп реген пополняется. Хорошо, пусть берет. Fucking slaves. Угу. А вот и я. Так, ТП-шечку иметь. Кирыч. Можно еще БМ сделать тут. Бладстоун, главное, есть. Будем заряжены. Погнали. Там лоу-хэповый кто-то идет, спектра. Спектра пол БМа. Слушайте, ну оппонент, несмотря на то, что мы сейчас как бы выигрываем, да, они что-то стараются делать все равно. Смотри, как втопил на Неруби. Ему вообще пофиг, смотрите. Транквилла, соул. Просто убежал. Просто убежал. Ломаем Т2, мне кажется, нормально будет. Там на мид может ТП сделать. Хотя можно и сейчас сделать. Как же он убивается? Я не понимаю, в чем прикол брать Хускара, блин. Против чистого урона. Вообще не выкупаю. Ну да ладно. Так, дагерочек даю Ош. Дагерочек даю Ош. Монетка. Дую уж. Хорош. 18-я минута. Ну, 24 на 7. КДАшки. Пока что мы доминируем. Довольно-таки неплохо. Да, я не успеваю, да? Кату срезать. С даггером сейчас будем делать вещи. Шо доту? Погнали к ребятам. Неруб, конечно, крысиный. Неруб, конечно, крысиный. Сейчас пойдем помогать. Ух ты, смотри. Ой-ой-ой. Хорош. Чисто все пришли, засейвили. Пойдет. Ломаем их нафиг всех тут. А, деревья сломал. Подожди, подожди, дай Бладстоун. Отлично. Дядя, иди сюда. Оп, подрезал. Хорош. Блин, как мы нагло играем, это жесть. Но если честно, пик должен был быть немного другой в этой катке. Немного другой. Вот должен был быть таким. Феникс, Сала, Дестер, Ризрак, Омни. Теоретически. А там не знаю. А там не знаю. Пойдем туда. Пойдем туда. Хорошо. О, баг. У меня персонаж еле замедлился. Не знаю, почему так багается, но бывает.
Бывает багается. Персонаж замедляется просто так, сам. Сам по себе. Сам по себе тупо замедло падает. Так, 2200 золотых. Ревелэ. Хорошо. Сейчас пойдем на топе файтиться. Я уже в предвкушении этих файтов. Минута до Аегиса. У нас у Дестра Аега Октарин. По левелу, кстати, не сильно отстаю, хоть и мидер это. А, зарублено просто. Опа. Жесть. Куда это? Двойка полетела. О, жесть. Так, но чистый урон, конечно, душит сейчас некстовую катку. Нужно быть немного другим пиком сыграть. Не знаю, Энигма, Сикер здесь, это как бы немножко не по плану, но в целом, как видите. Как видите, в целом душильня. Душим. Улетела лоу-хэповая. Лоу-хэповая спека улетела. Да, хорош. Забрали ее. Чисто лоу-хэповая прилетела. Так, у Дестра Аеги нету. Дестр... А, он с ульты убил всех, да? Да, с ульты. Просто с ульты всех хлопнул Дестер. Жесть, это надо заканчивать эту игру. Молодец. Ну, первая катка у нас что-то такая какая-то получилась. Чересчур. Пацаны. Изи катку сыграли. Хорошо. Это хорошо. Вот так вот попустили Неруба. Хорош. Так, ну что там, ракетницы? Ракетницы летят. Хорошо. А ты Лайня выиграл? Выиграл. А чё, нет? Убивал же. 6-0 я вышел. Это выигранный? Спрошу, Неруба. Я хейтил тебя. Хейтил. Вот этот, конечно, хейтер на Нерубе. Кто-то хочет. Так, не суть. Короче, идем вниз. Хорошо. Хорошо. Смело заходим в третью сторону. Так, мне там опять ракетница стоит. Сращенец. Ну, получается вообще легкая первая катка, не знаю. Прям легкая. Налегке. Ну, next сейчас пойдем. Не могу двигаться. Но хотя бы я... Бэп-бэп-бэп. Да подожди, да. Печалька. Ох, как тактически я подрезал его. Тактически подрезал. По красоте чисто. Как Рэмбо, как Матрица. Но это ГГ. Это ГГ. 24 минуты чистого урона. Блин, я не знаю. Вот два подряд видео таких каких-то чересчур. Получается у нас легких.
Типа по 20 минутки такие. Чисто 20 минутки. Я знаю, как усложнить игру. Нужно пикать. Не знаю, что пикать. Вообще, что пикать тогда. Но эту катку без смертей закончим. Хорошо. Ну, next, сейчас пойдем другим пиком. Я сяду на немного другого героя. Пойду, наверное, на центральную. Хочу на сайленсере сыграть. На сайленсере хочется сыграть. У нас все так хорошо сыграли. И Enigma, и все. Обычно на стриме так не жестко играем. Ребят, тем не менее, у нас сейчас next будет катка. Не переключаемся. Обязательно пишите свое мнение, что оппоненты, как обычно, слабые, да, я так понимаю. Ну и... Погнали на экстовую. Ну что, ребята, экстовая игра у нас идет. Мы начинаем сейчас драфт. И у нас сейчас будет вот такой вот пик. Феникс, Сала, Дестер, Ризрак, Омник. Либо вместо Дестра... Либо вместо Дестра, Сикера... Там МБ... Или Бейна, смотрите сами. Что-то с чистым уроном. Что-то с чистым уроном нужно. Что-то нужно с чистым уроном. Так. Ждем, пока второй слот что-то придумает. Queen of Pain тоже с чистым уроном. Сикера взял, хорошо. БС в лес отправят. Манекин. Секси манекин. Хорошо. Так, ну что, центральный коридор наш. Центральный коридор наш. Погнали. Центральный коридор наш. Погнали. В общем, что наша задача в этой катке? Это, конечно же, сделать игру чуть лучше, чем прошлое, чтобы она была немного интереснее. Но на сайленсере тут, по идее, должна быть изи катка. Посмотрим, как союзники отыграют. Посмотрим. Но катки такие, блин. Ну, 85-я карта, она сама по себе подразумевает быстрые игры. Это не 83-я, где там всякие вот эти фармы полгода. Но 85-я просто драки, фулл буст выходишь, не даешь оппонентам ничего сделать, не ошибаешься и заканчиваешь игру. Такой смысл. Не забывайте поддерживать... видео лайком и подпиской. Сорян, я просто не сплю ночами из-за ребенка. Поэтому немножко как бы тяжеловато. И видосы еще успевать писать. И ребенка кормить. Кто бы мог подумать, да? Ну да ладно, не суть. Это все хорошо, это все. Это все жизнь, ребята. Всех вас, кого-то ждет, это дай бог. Так, ну что, погнали! Качуй, кайфачуй. Качуй, кайфачуй. Инворкер там. Опа, ну сейчас мне пол хп салют, да? На тебе тычку, кэшбэк. Кэшбэк. Так, ну нужно сейчас инвокера сразу попустить. Рики, видели, ко мне побежал. Я сейчас чувствую, у меня на миду будет весело. В прошлой катке Дестра никто не трогал. Вот, уже три героя в миду. Три героя. А, нет, ты че? Хорошо, хилочек в студию. Отлично. Собьем ему ману. Найс. В принципе, с тралом нормально будет стоять. Позвоним чуть-чуть. У него маны на единицу не было, он сейчас мог единицу закинуть. Тоже похарасить немножко. Нужно размениваться, в ранней стадии нужно размениваться по здоровью. Это залог успеха. Хоть какого-то, но успеха. Но доминация имеется. Герой. Вот так вот. Чисто подраконился. Не могу кинуть, сейчас сапожок купим. И пойдет дело. Видели, сколько 4 подряд промаха? Я думаю, ну когда же он попадет уже?
Думаю, ну все, сейчас четвертый по-любому попадает. Ян, короче. Действительно. Не попадает. Такой вот. Так, ну полностью, да, тут. Полностью доминантный самец на меду. Хорошо. Хилочек еще на лицо закинул. Немножко тогда отпушимся. Закильталас. Добил через меня, прикинь. Так, тут деда суициднем. Немножко. Давайте попушим. Раскачиваться будем гибридно. Я последнее время прикайфовал так раскачиваться. Почему нет? Отойдем. Ману не хочу сбивать. 150 маны не хватает еще. Так, реген там. Отлично, гоу посливаем. Щиток, что? Против такого играю на меду, парня. Ты шо, дядя? Он не умрет. Первого левела это дрочилка. О, да ладно! Первого левела это дрочилка. Там санстрайки еще. Что за атака какая-то мощная. Так, фазы. Купили мы фазы. Пойдет. Сейчас мы еще телепортиль купим. Хорошо. Реген вообще в тему там лежал. Лол, как его убило? Первого левела это пукалка. Она вообще ни хрена не дамажит. Фазы, купили мы фазы. Что там у него получается? Попади, да. Не попал. Сейчас под тэшку пойдем, смотри, сколько крипов. Уф, вот это надо доджить. Прикиньте, сколько тут экспы. Сколько тут экспы, прикиньте. Еще тычку. И сало не дает тычки эти. Ну выживет, выживет. Ох, да ладно, опять не выжил. Серьезно? Я думал, он выживет. Инвока, гоу. Тройка будет сейчас. Побежали, 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 побежали. Все, под этой вещью можно дамажить. Стравенько. Вот так вот. Кто на мид придет, тот того проще застрелить. Блин, вообще на самом деле там немножко по-другому говорит. Кто с мечом к нам придет, того проще застрелить. Хорошо. Так, ну чистый дэмэдж душит. Сало. Урна. Отлично. Урна. Так, ну что, получается постановочная получается. Получается постановочная катка. Так-то. Сейчас он денайд будет. Go. Пойдет. Аркана. Найс. То, что нужно. Аркана, то, что нужно. Че инвокер на мид не пошел? Вопрос. Так, глобалка нам нужна вообще, но вообще 8 левел, он очень тяжелый. Поэтому я думаю, глобалку мы возьмем все равно, то пусть будет. Пусть будет. Глобалка нам нужна. Нужно успевать и крипов побить, и врагов погангать.
Все нужно успевать. Так, куру себе соло купим сейчас, да? Хорошо. Invisibility. Побежали. Инвокер по-любому в лес сейчас пойдет. В лес пойдет. Рики на топе. Вокера в лесу погангаем. 100% Вокер в лес пойдет. Он написал SPS Рики, значит он обиделся и будет лес колотить стоять. Форджи что там поднимать. А, не, он вниз ушел. Да, блин. Обида. О, бахашник на топе. На топе суета, да? На топе суета какая-то, ребят. Сейчас на топ побежим. Там еще и БХ, оказывается. Я БХ вообще не видел, меня не гангал. БХ вообще не видел. Так, ну пока что все идеально идет, да? Вообще без вопросов. Внизу только пацаны что-то вроде не уверенно стоят. Я очень уверенно центр стою. Так, глейвы раскачал я. О, хорошая руна. Глейвы раскачаны. Мид 2. О, да там у нас с Омником вообще, мне кажется, тут вообще без шансов. Омник, когда в команде, это вообще, по-моему, без шансов. Спейс Рики. Гоу. Я вот этого постараюсь забрать. Жесть, я маны просрал. Очень много маны потерял. Ой, не успел отменить. Давай, 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 давай. Купили мы фазы. Я такой наглый. Я такой наглый на фазах. Блин, жалко, он убежал. Жалко, он убежал. СПС Рики. Ой, жесть. Что за игра? Ну мы доминируем тут. 12-0 чисто доминируем. Чисто. Доминантные самцы. Доминантный самец. Но это я на мид пошел. Вот и все сказано этим всем. И это Хиназис на миду. Сон в страйке. По 50 глейвы уже хреначат. Они не дамакшены еще. Я их максить не буду. Я гибридно раскачиваюсь. 3-3-3, вся полная раскачка. Жалко, ТП-шек нету. ТП-шек нету. По 51 дэмэджа уже наношу. С глейва. Это очень много на самом деле. Настоящий же есть. Иллюзия. Там на топик это суета. Погнали. Еще и Рики приняли. Секси Манейкин. Хорошо. Вот это, конечно, киберспортивный вынос, да? Киберспортивный вынос получается. Спасибо, Рики, напишем. Не забудьте. Не забудьте написать спасибо, Рики. О. Спасибо, БХ.
А он бы и так умер бы без нас там. Сейчас забираем тут крипов и уходим на базу. Там с ТПшки куда-нибудь пойдем. Блин, самое тупое, то что там пацаны по винрей там намного выше. Я уже четвертую игру так пишу. И типа там реально игроки винрей там выше. Ах ты МХшник. МХшник. МКСУСник. Сейчас дагер будет. Я иду. Рикимару сейчас спалится в инвизе. Сбил себе кнопку. Даггер есть еще. А, так этот в таверне же. Сейчас просветится парень на Рике. Тикер же в таверне. Сикер же в таверне. Я думаю, почему не светится? Драконы спят. Усталые. Инвошкер. Не понимаю, почему вот инвокер мид не пошел. ВС сало, да, тяжело будет на миду. Я сам, если вокером ВС сало стою, то очень тяжело. Не подойти. Не подойти. Так, погнали на базу. Хорошо. Че раскачиваем? Конечно же, единичку. Единичку беру Ош. Единичку беру Ош. Надо тактический фит сделать. Нужен тактический фит. Блин, главы по 15 маны, на нафиг. Но это, кстати, нормально для сайленсера. У него очень много интеллекта, поэтому ему пофиг, сколько там мана косты. Тактический фит нужен. То есть мы доминируем очень сильно. Лотар Сейдж. Next Hex БКБ. Хекс, БКБ. Хильнет просто его. Лопнул. Погнали. Там 600 хп. Конечно, умрет. Секси Манейкин. Да уж. Походу видоса сегодня не будет. Жесть, как запиливает, это ужастик какой-то. Там в миду. Глобалити. Пойдет. О, мне Бладстоун дали. Поносить. Ты чё, псих? Зачем мне твой Бладстоун? Нет! Стики не успел нажать. Вижу, что не выживаю, стики не успел нажать.
стики. 11 стиков, ну мне кажется, выжил бы. Но Омник меня не захилил бы все равно. Он там Ризраку накидывается. Ну ладно, тут моя ошибка. Жаль, что я тут умер. Очень жаль. Очень жаль, что тут я погиб. Эх, так красиво было бы, да? Но это тактический фит. Тактический фит. Ух, РП какая. Там Рики за гемом охотится. Поджегся. Ой, блин, меня не хватает там сейчас драки. Очень хочу туда. Ах, как хочется туда. В эту драку навсегда. Побежали. Они Ризрака не пробьют вообще. Омник стоит. Завис, что ли? Че он стоит? Не понял. Хорошо. Че он встал? Не понял. Говорит, не понял, че он встал. Жесть. Во, приколисты. Во, приколисты в команде. Блин, ну забавно, хоть такие моменты, это хотя бы хоть чуть скрашивает. Такие катки. 85 всего у меня чистого дэмэджа с глейвов. Это очень мало, но этого достаточно, чтобы убивать. Смотрите, иллюзия такая плотная, что вообще не пробивается Рошаном. Арканы буст. Жестко, конечно. Побежали. С Макеичи. В Рошана сейчас. Ой, в Рошана. Ой, как я раздал тут. По-профессиональному. Пойдем вот туда. Нафиг ХГ. Нафиг ХГ. Так, ну договорная постановочная катка по стандарту. Не знаю, вот те люди, которые пишут комментарии по поводу постановочных игр. Заходите на эти игры, подпишитесь в ТГ, покажите, как надо играть. Вон сейчас что-то с ребятами играем. Ну не знаю, кто пацаны, кто зашли, я запустил. Что-то получается выигрывать, не знаю. Как бы, блин, что вот это негодование высказывает. Заходи, поиграй, покажи, как надо. Правильно. Как надо, заходи, покажи. Сколько, 70 хотя бы есть? Ого, 40 всего. Всего 40 лет. Спасибо, Рики, надо написать. Так, Саша Яша имеется. Зачем, скажете вы? Просто на МС, на АС, на ХП. Туда пойдем. Очень изи. О, суицидальник. Феникс пошел, да? Смотри, что делает. Что Феникс делает? Ой, приведи меня. Надо писать, лагает. Надо писать, лагает. И идти пидить. Учить, что ли? Есть. Да, трал, конечно, понасобирал. Ой,
Лагает. Лагает, говорит Омник. А чуть побьем Тэшком? Я отойду. Вот туда. Сейчас они так камбэкнут, кстати. Понаберут слотов. Пусер команда. Вот с глейвами, с этими... Под зарядом Blood Rage, да, вообще жесть, мне кажется. Я так буду больно бить. А если еще сейчас на АС уйти... Шарт образно какой-то взять, да, это вообще жопа будет. Все, Феникс пошел соло фидить опять. Соло фид, без обид. Соло фид без обид. Чистый дэмэдж тушит. Так, раз продаем, два продаем, 500 золота берем. Нужно. Тревел. Так, а Ега закончилась. Ребята там играют, душат. Уничтожают просто. Пацаны опасные в команде. Так, ну а Егу мы не реализовали, к сожалению. Но это и хорошо, с другой стороны. Это и хорошо, с другой стороны. Сейчас восстановим ману. Саша Яша. Можно будет разобрать здесь, сделать сильвер. Сильвер сделать. Яшу в манту. Иллюзии, кстати, больно будут бить. Родной атрибут же. Который качается. Стилер. Блин, да что такое? Стань, да. Ух, вынос какой, ё-моё. Рике еще, говорите. Чистый дэмэдж. А что если лучницы против чистого урона? Блин, я не знаю. Катки максимально простые пишутся. Прям ужастик какой-то. Но такие игры. Две игры. Две-три игры играется, блин. Что за варды? Что там, лес? Наблюдение в лесу. Ух ты. Что дота? А на Марипел кинул. Чувак, зачем? Видели, что дота показали? Ух ты. Подожди. О, меня задушило таки. Жесть. Что-то меня так жестко домагнуло, там БМ еще. Жесть, такой кринж. Так, 2400, да? Юльчик хотелось бы еще. Магнус что не без репел дал. Как будто он специально. Так, ну мы сейчас так сделаем, знаете что? Мы сильвер возьмем. Сильвер, Саша Яша разберем. Сильвер апнем. Сильвер. Яшку можно будет... Яшку, что с Яшкой можно будет сделать? Еще одна Сашу Яша апнет. Феникс фидер. Ой-ой-ой, пошло. Оппоненты, короче, сейчас камбэкнут, я вам отвечаю. Магнус, видели, как закатывается? На характере.
Уже почуть пацаны одеваются. Так, разбирай. Оп, вот так, найс. Полетели. Silver Age. Избиение. Получается. Избивание. Он по КД и Ризраку дает. Эх, какое это бы замедло. Стиллер, блин. Избиватель, стиллер. Стиллер. Чистый урон. Ребята, ну чистый урон сегодня прям опасный. Да ты посмотри, какой он. Вай, какой он, ты посмотри. Не, ну силач на Ризраке, прям вообще. Что с ним не так сегодня? Делает рэмпейдж ультракиллы. Затмил. Всех. Вообще жестко. Вот так бывает, ребята. Вот так бывает. Ну что ж, эту катку, наверное, будем заканчивать. И, в принципе, видео закончим. Чисто урон, ребят. Ну, не знаю, два видео подряд каких-то максимально... максимально легких получаются. Очень странная тема какая-то. Но с этим ничего не поделать. Такие игры. Я надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Поэтому, ну, бывает. За старание, как говорится. За старание. Оп, вот так сюда юльчик. Побежали. 522. Сало 522. 478, нормально. Ух ты, Криса. Эй, репел он ему кидает. Репел кидает он ему. Магнус уехал сразу. Чисто загнобили их. 30 минут игра. Что за кринж? Ой, ладно. Камон, заканчиваем эту катку. Жесть, я, если честно, вообще не вкуриваю, почему такие легкие игры у нас получаются. Но, может быть, проблема в балансе. Но, опять-таки, я же вам говорю... Я стараюсь подбирать, блин, по винрейту, а получается, что винрейт вроде нормальный у ребят, а геймплей получается ненормальный. Очень даже странная какая-то тема. Но, тем не менее, такие игры у нас сегодня есть. Надеюсь, дальше будет лучше. Поэтому, ребят, обязательно поставьте лайк за наши труды, за наши старания. Всем спасибо, кто посмотрел этот видос. Но это были чистые уроны. Какая катка вам больше понравилась, первая или вторая, уже судить тут вам. Потому что, ну, в целом, катки были, в принципе, не особо интересные. Я так могу сказать на своем опыте. Потому что бывали катки, где прям, уф, очень жесткое, жесткое сопротивление. Но, тем не менее, кто ребята успели, зашли, те ребята и играли. Ну что, ребята, третью игру все-таки нужно пропустить, потому что первые две, ну, они максимально легкие. Сейчас постараемся усложнить. Я сейчас создал ТБшку обычную и посмотрим, что у нас получится с этой ТБшечкой. Конечно же, мы сейчас возьмем, сделаем вот так вот. Сек. Распишем своим союзникам, что нужно сделать, а это именно взять чистый урон, как вы уже поняли, и поедем дальше. Так, ну что, я раскидал ребятам их задачи, конечно же, их полномочия. Они возьмут все чистый урон, это ТБшка. И самый кайф в ТБшке, что сейчас ТБ сам разбалансит, да, чтобы был такой смысл, что там не было бы кто-то сильнее, кто-то слабее. Тут может все пойти немного не так, как конечно же, могло пойти в обычной XL-ке, когда я просто XL создаю, ребята зашли, кто как зашли, и неважно какая статистика, то есть ТБ не раскидывает. Вот, и смысл такой, что сейчас мы уже, в принципе, на ТБшке все готовы разносить. Я беру Дестройера, Сайленсера у нас забанили. Сайленсера забанили. Так, хорошо, у нас еще чистый урон. Смотрите, у нас Last Pick, Enigma есть, кто там еще?
Сикеры, сикер есть у нас. Далее, кто у нас сейчас с чистым уроном? Чистый урон у нас Бейн. Чистый урон Пуч Пуджа тоже забанили, бедолага. Бедный Пуч Пуджа тоже не пощадили. Это жесть. Это жесть. Энигма, Бейн, Акаша. Кто у нас еще чистый урон? Лина. Лина, потом у нас тут Тинкер. Все вот это. Ризрак, да, Ризрак офигенно, кстати, зашел бы. Тинкера взяли там. Окей. Так, ну, в общем, наша задача, конечно, это центральный коридор. И погнали в центр. В центре у нас сейчас все должно быть, в принципе, кошерно. Если идет Тинкер, вест Тинкера на Дестройере, в принципе, несложно стоять. Я думаю, выстоим. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет идти. Загадывать не будем. Катка должна получиться интересной. В любом случае. В любом случае, катка должна быть интересной. Надеюсь, ребята сыграют хорошо. Хорошо сыграют. Особенно нужно понимание, что у нас Энигма кривая. Жесть. У нас максимально кривая Энигма. У меня, возможно, тут будут ганги на центр по КД. Но посмотрим. Наша задача на Дестере сейчас будет немножко подзапотеть. И чистый урон показать. Чистый урон, как говорится. Посмотрим, как пойдет. Омник брасер делать начинает. Это плохо, потому что Омник должен быть тут четверкой. Вот и... Посмотрим. Сикер у нас, смотря какой еще. Если сикер сильный, то должны выигрывать. Фантома, конечно, тяжело будет перебивать. Но попробуем. За хекс, в принципе, 4 тычки, он падает. Придется в толпу постоянно в его бахать ультимейт, и нормально будет. Нормально будет. Все, погнали. Тинкеросчик в миду. Хорошо. Тинкеросчик. Тинкеросчик. Ого, нифига себе. Фантом швырнула. Иллюзия-то не появилась. О, ракетницы пошли. Жесть. Харас пошел, пацаны. Так, мне нужен Вардецкий. Жесть, а почему иллюзия у Фантома не появилась? Типа из-за того, что не видно меня было или что? Или далеко? Просто иллюзия не появилась. Так, блокуем по чуть-чуть. Астралим. Первый крип комом. Второй крип нормалин. Проверено. Крипов нет. Хорошо. Главное денайт сейчас. Все проденаем, будет очень хорошо. На третьем левеле начнем его астралить. На третьем левеле начнем астралить просто по КД. Отлично. Ну такой хитрый жук. Хитрый жук. Сейчас начнем уже. По веселухе. Сейчас у него дэмэджа будет меньше из-за астралов. Эх, не добью. Не люблю вообще тинкеров на миду. Один из самых для меня неприятных персонажей, потому что с ним харасится себе намного дороже, потому что герой сам по себе такой неприятный прям максимально. Тем, что у тебя порог пол хп и у тебя может просто сшотать и все. Просто сшотать может. Мне бы захилиться. Было бы идеально. О, там еще Тракса, кстати, аурой добавляет ему. Неплохо для Деная. Так, ну нужно хильнуться. Хильнемся. Отходим подальше, чтобы ракету не закинул. Я не помню, сколько там кост маны, если честно. У него там еще и манга есть. Поэтому просто ластхитим. Просто ластхитим. Главное это денайть. Главное денайть. Но пока денайт плохо получается. Первая катка разыгровочная, так что пофиг. В любом случае, должна быть успешная, я так думаю. Интеллекта немного взяли с него, чтобы добивать крипов под тавера. Хорошо. И манго возьмем. На пятом левеле возьмем аркану.
По идее, должны стычек поубивать его. Хорошо. Оп, отлично. Прекрасно. Хорошо, можно побить чуть-чуть. Промах. 17 маны. Я забираю его. 100% тут. Еще вот этого можно побить. Хорошо. И тушить его. Не, ну все, все. Ну почти, но тинкер в миду не проблема. Как вы сами видели. Подзадушили. Маны у него не было, чтобы... Феникс там продолжает байтить на то, чтобы я не ласхитила. Бежал к нему. Да ты посмотри на него. Ой, жесть. Влево-вправо, влево-вправо, вот эта беготня. Но я не хочу так рисковать. Крипчиков терять. Так, ну тинкера немножко победили в миду. Чуть-чуть победили. Угу, хорошо, лазер он отдал. ПТ-шку надо взять. ПТ-шку пока не можем взять. Сейчас еще золотишко поднакопим. Пока что все идет ровно. В принципе, лайнинг такой крепенький. Саппорты приходят. Интересно. Мне кажется, игра будет интересной. Кажется, игра будет интересной. Так, ну, кура полетела, да? Печально. Вот это я не люблю, конечно. 4-й левел, тинкер. Так, куру себе возьмем соло. Куру соло берем. Главное, денайть. Хорошо. Сейчас кура придет. Мне еще вот эту куру с моим расходником. У меня там расходник остался, куру закрыли, не могу себя направить. Ну ладно, не буду выпрашивать, через круг силы вытащу. Вытащу через круг силы. Промах на денай. Так, вот сделаем. Возьму эссенцию, чтобы восполнять ману. Ну и, конечно же, арканы побольнее бить. Так, ну тинкер все, не фармит. Так, мне нужно через круг силы забрать хилку. Не забирается. Ну тогда возьмем от руки делать будем. Тинкер все, под тэшкой просто стоит. Ждем приход роумера. Вражеского. Кунка должен прийти, я так думаю. Но вроде 2-2 пока стоят лайны. Иллюзия, да? Да, иллюзия, наверное. Что там по регенам? Хотя реген вроде бодренький. Реген бодренький. Вот это настоящий. Так, регенимся. Регенимся. Так, меня обходят уже. Это радует. Сейчас будет заруба. Главное инту соснуть. Ес, ДД, давайте. Примем эту драку. О, отлично прям. Гоу. Отлично. Это принимаем мы тут. Это принимаем. Хорошо, астрал берем. И вот этого бы сейчас забрать. Еще сходу астралим. Получится? Да, по идее получится. И тычку. Раз. 80 маны. Забиваем. И есть. Отлично. Прекрасно. Прекрасно. Пока все нормально. Тинкера ЕС огоняем. Два хилочка берем. Возьмем клаку. От магии. Хорошо. Тинкер сейчас ТП будет давать. Ракета. У меня стики есть. И кайт, если что, есть астралом. Отлично, ну регенимся. Мангус дропнем, потом пригодится. Пока что все ровно, ребят. На лайнах тоже вроде все спокойно. Ребята кайфуют. Мангуса захаваем. Сейчас возьмем себе вардик. Что первым артефактом будем собирать? Слушайте, если честно... Что за... Просто свернулся Warcraft.
Кстати, не первый раз такая хрень, как будто какой-то оверлей. Это, скорее всего, какой-то невидимый, типа, вируса, скорее всего, невидимого, да? Типа, оверлеет постоянно. Вот что-то сейчас, какой-то процесс, возможно, запущен был, поэтому у меня Warcraft свернулся. Надо будет провериться на Malwarebytes. О, у тебя же фиссура, блин. КД должна быть. Ладно, забалаболился на самом деле. Не суть. Вот если вот так сворачивается, это значит что-то, какой-то скрытый процесс запустился. ЕС, короче, решил в миду просто постоять, пофакашить, пофиссурить. Ну, подавно будет. Так, ТП-шка еще одна нужна и вард нужен. А вард я так и не взял. Чалька. Пока что фармим. Поехала. Давай, давай. Опа, найс. Вот так даешь. Найс. ЕСа можно еще. Погнали, погнали. Ну, с ХГ может сыграть. Вот я про это и говорю. Что с ХГ может сыграть. Ну, Кунка там на торрентах тупо. Ну, еще и Тракса. Давай Траксу тоже туда же. Давай, давай, на вставочку, чистый урон. Трипл килл. Даю ману, дядь. Хорош. Но это на вставочку. Чистый урон, то, что нам нужно. Только не говорите, что опять легкая будет. Только не 20 минут. Там фантом прифармит. Хорошо. Возьмем аркану, маны хватает. Кайтить не будем. Так, нужен Атос, да? Фантом Володьку фирст артефактом собрал. Пол Атоса есть. Там такие герои, которые, в принципе, за замедло умирают. Только единственное, фантом проблемой будет. Но будет много интеллекта, я его с ультимейта лопну, на самом деле. Один раз его заастралить, и все. Попасть главное. Он, если диффуз ранее не сделает, это будет очень хорошо. Так как он сделал Володьку, это говорит о том, что раннего диффуза не будет. Гоу, погнали. Я помогу. Сало. Если Феникс даст кнопки. Ну, ребята, надо вместе как-то. Так, этому ГГ точно. Хорош. Но дальше не пойду. Ну, так можно. Оп, Т2. Под Т-шку побежал. Ну, мы загуливаем люто тут уже. Хорошо. Ух, как далеко прыгнул. Ну, вынос лютый идет. О-о-о, ясно. Ну, овню по-страшному. На дестре. Ну, ТБшка, не знаю. Но если эта катка будет такая, знаете. Ну, такая, ну, 30 минут, там, 40 минут. Ну, и все равно оставлю. И на этом видео закончим, потому что это уже четвертая игра. Когда пишем... блин, не могу, телефон не работает. Хоть в окно его не закинуть. Это допель. Достойная еси. Почему у них сапогов нет ни у кого? Я не достаю. Нет, гобэ. Гобэ. Так, Атос есть. Атос есть. Хорошо. ББ. Пойдет. Немножко поддушиваем, ребят. Друзья, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравятся видосы. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Это просто must have. Для того, чтобы кайфовать на видосах, от просмотра видосов, правильно. Конечно же, я рекомендую подписаться и не пропускать видосы, которые делаем. Это чисто для вас, парни. Чисто для вас. Похилит меня умник.
не хочет похилить. Сейчас пойдем на мид. Жесть, у них там сапогов нету ни у кого. Так, арканы есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Их я так плохо расконтрил, если честно, был сфокусирован. И на немного на другом моменте. Пойдем туда. Хорошо. Где тинкер? Тинкеросчик. Догоняем. Ну, по идее, должен догнать. Должен догнать, по идее. Налево ушел, да? Вот тут сейчас выйдет. Да, ага, хорошо. Поверх пойдет, я тоже поверх пойду. Ага, сейчас, ну, прям ко мне сюда выйдет. Кинет мне... Ага, налево пошел. А, нет, вот он. Хорошо. Жесть. Как же ж они люто фидонят. Давайте вардик возьмем. Фантома надо несколько раз убить. Фантома. Мне кажется, в лейт-гейме они могут прям, там Тракса еще фрифармит. Тракса фрифармит. Но мы сейчас вот тут вард поставим. Так, ну вот это мне не нужно. Это мой интернет уже, добрый вечер, как говорится. Ну, наверное, на этом наша катка окончена, да, я так думаю. А, нет, еще я тут, окей. Спасибо. Тут вард ткнем. Кто там? Тракса, вон она, Траксу надо. Давай-давай, дядь, кастуй. Хорошо. Но не пойду уже. Пойти фантома жмыхнуть. Да блин, как вовремя залагал, я нажал туда телепорт, прикиньте. Это если я сейчас фидану ему, это будет, скорее всего, диффуз у него сразу. Такой бред, конечно. Да, я, скорее всего, умер, если ТП дал туда. Нет, стоит, лагает. Да что ж это такое? Почему мой интернет мне руинит? Пожалуйста, помогите, интернет руинит контент. Что это? Что это? Дайте, пожалуйста, 2 часа дня, почему я не могу видео записать? Это жесть какая-то. Не могу видео записать, ребят. 2 часа дня и лагает. 2 часа дня лагает. Жесть. Такой бред, конечно. Так, дагерочек возьмем. Отлично, погнали. Да нет, ну хорош. Ну серьезно, уже не весело так. Ну реально, ребят, вас это не бесит? Это мой интернет так работает. Это не айкап, это интернет так работает. Жесть какая-то. Ну что это? Ну пожалуйста. Я хз. Ой-ой-ой-ой-ой. Это жестко. А, я опять лагаю. Жесть. Ой-ой-ой, жесть. Не, ну этот интернет, это руин тупо, я вам отвечаю. Да дай в астрал зайти. Я бы, блин, тут не умирал, если бы у меня интернет не подвел. Интернет, конечно, у меня. Давай, давай, я работаю. 24 на 7. Не успел. Прикинь, вообще аж слюни сопли текут. Вот этот? Да меня крипы зажали, блин. Что происходит? Можно поиграть? Такой бред, ребят, это жесть.
Интернет это такой бред. Такой бред этот интернет, сорян, парни. Две драки просто испоганены интернетом. Ну ладно, ничего страшного, вроде не лагает, да? Согласитесь, уже получше. Но, кстати, оппозиция есть, они все равно, хоть что-то, да, в напряге, ребята, но все равно. Что-то это делают. Тракса фармит, все фармят. С такими хп, конечно, идти, блин, за траксой. Она хоть из трех тычек умирает, но там по-любому под сейв будет. По-любому. Так, мне нужно вот это вот так вот. Похилимся сейчас. И нужно в пятерых бежать там. В пятерых. А тотс не поднимаем, потому что хп много будет. И зарегеним все. Все, найс. На базу не хожу. Челка жужужу. Что там файты какие-то, да? Опа, яйцо сбили. В пятером собрались, я бикиби некс делаю. Хорошо. Челка жужужу. Я лагаю и пержу. Так, кто на миду будет? Тинкеросчик. Ну, он не один, наверное, на миду будет, как думаете? Вот тут сейчас кто-то будет по-любому. Аккуратненько надо двигаться. Давайте так сделаем просто. Просто так сделаем, потому что он сейчас допельнит, искать. Может, кто-то подойдет еще. Лучше ультану и все, и забуду. Ультанул, забыл. Все, БКБ почти есть у меня. Потом хекс. И погнали. Но игра долгая будет, уже 20-я минута. А если я еще в лагах сфижу пару раз, так это вообще будет игра. 90 минут. Катка будет. Пойдем Тэшку. С ребятками. Клака уже несколько раз меня спасла, между прочим. Просто так взял. И она решает прям очень сильно. Корабли, мои корабли. Ой-ой-ой, сейчас если... Пойдет по чуть. Хорошо. Идем. Идем. А, на ТП, окей. Но очень нагло отыгрываю. Очень нагло. Так, у меня есть БКБ, бы на базу. Хорошо. Чистый урон, ребята, не забывайте, это чистый урон. Чистый урон. Феникс чистый урон, я чистый урон с арканы потом. Этот purification чистый урон, этот со второго и с ультимейта чистый. И Enigma, тройка, это чистый урон. Это чистый урон, ребята. Гайды контенты. Жесть, мы, конечно, их задушили. Бери. Хорошо. Next там хекс. Октарин. Хекс, октарин и поехала. Можно Рошана еще забрать. Я стараюсь еще и подпушивать, потому что мы не пушим как таковой. По самой ситуации пуша мы не делаем. Надо подпушивать. Номер машины 272. Все, так и оставайся. Они внизу драку затеяли, да? Ну, товаров там нету близко. Куда вы? Б. Товаров нету близко, я не смогу помочь им. Давайте стики заменим на телепорт. На телепорт. Они там зачем-то у Тэшки суетятся все. Фантому надо диффуз, и с диффузом они смогут что-то хотя бы делать, мне кажется.
Я пока фарману здесь. Пока фармю им. Пол хикса есть уже. Сейчас мистик, наверное, ковырнем. Фармить на Дестре одно удовольствие. На Дестре фармить одно удовольствие. Золото сыпется, если просто вы пачки, да? Уничтожаете крипиев. Опа. Пойдем подеремся. Сейчас через Рошана запрыгну. Троксевичи. Хорош. Вот этого туда. Ой-ой-ой. Ну, Black Hole мог дать. Ну ладно. Хорошо. Пойдет. Мистик бери. О! Потом на топе диффуз делает. Диффуз. Ну, в Траксу пришлось ультануть. Это было очень больно, конечно. Промах. Пойдет. Пойдет. Пойдем на базу. Было бы круто сделать, конечно, Октарин. Регенимся. Хорошо. По чуть пусть парни ломают. Не, тянуть тут не надо. Тут это катка. Фантомом не хочу в лейте бегать. За ним впадлу бегать в лейте. Бегает на фантоме. Я догонять буду. Он скорее всего в магаз за ТПшкой пойдет. Он ТПшку не купил. Ага, вот и он. Сассируем интеллект. Вниз будет прыгать. Три тычки, как я и говорил. Так, ну у меня хекс почти есть. Хекс почти есть. В принципе, можно сделать Октарин, а не хекс. Октарин тоже много даст. Октарин КД ульты даст и реген с первого. Тоже очень хорошая вещь. КДшки. Давайте Октарин сделаем. Вроде без хекса справляемся. Замедло есть, астралим, БКБшка есть. В принципе, там никто не уходит. Хекс обычно беру для того, чтобы цеплять. Поэтому давайте Октарин бахнем. С Октарином я буду хотя бы с ХПшками. И колдаун ультимейта самое главное. Самое главное колдаун ультимейта. Кстати, если кто-то там говорит, что там играют деранги... Чё там? Где там вот этот вот? А, он лагал, вот этот. Там потом топ ЛС, кто там у него? У него 8000, 7 слот. Динозавр 6000, 5600. Ну и дальше я уже смотреть не буду, потому что ВС играют 8000 ПТС, даже, между прочим. Кто говорит, что я играю с дерангами, ну, ребят, соболезную вам. Как видите, немножко парней не получается, да? Ну вот и все. А то, что Тинкера статы не показывает, потому что он подлагивал. Ну, можно прочекать его, конечно. Отдельно, если вы прям так хотите. Сар... Дор... Бек... Жон. Вот, 8000 ПТС на Тинкере, парнишка. Типа, вы говорите, играя только с дерангами. Вон, 8000 ПТС, 2-3 игрока. Пожалуйста. Где деранг? Где деранг я играю? Ой-ой-ой. Просто ваншот. Просто ваншот. Я их сбил, прикинь.
Хорошо. Рампашки. Просто с ультимейта бахну. Ну вот вам и 8000 ПТС. Ребят, давайте будем честны. Вот это ТБшка. 8000 ПТС. У меня просто нет слов. ТБшка 8000 ПТС. Играю с дорангами. Как вы говорите все. Хейтеры. Хейтеры. ГГ. Ребят, ну вот такой вот у нас видос получился. Судить вам в целом, чистый дэмэдж тушит нереально. Это третья катка, которую я оставляю в этом видосе. Все катки максимально быстрые. Конкретно в этом случае сейчас третья катка. Я решил создать ТБшку и сыграл на ТБшке. Вот 8000 ПТС. Вот такая катка. Ну, больше... Ну, это вообще третья катка, которую я вставляю. Вообще 4 игры мы отыгрывали. Она была тоже очень короткая. Ну и тем не менее, вот такой у нас видос получился. Напишите, какая катка вам понравилась больше. Я сыграл на разных героях в этом видео. И хотя бы разных героев я вам немножко подарил. На этом все, друзья. Данное видео подходит к концу. Спасибо всем, кто поддержал, поставил лайк. С вами был Ксеназис. И до скорого, ребятки. Всем удачи, всем хорошего настроения.